Всем привет! Сегодня мы приехали на Подрогу, на поворот на Воллере, посмотреть на черный снег, поснимать черный снег, угольная пыль, которая оседает на снегу. Уголь грузят на соседнем берегу, на противоположном берегу. Поднимается облако пыли вверх и летит туда, куда направит ее ветер. Оседает на снегу. Вот мы приехали посмотреть на этот черный снег. Так, вот он наш снежок. Кто-то может сказать, что это грязь от дороги, но это точно не грязь от дороги, это угольная пыль, которая летит вот оттуда вот. Растаял весь уже, снега особо-то и нету, но чего-нибудь найдем. Да, уголь сейчас перегружают напротив Подроги, на другой стороне Даугавы, но в 2019 году, с 2019 года запустят терминал, который построили на Креусале, новый угольный терминал, как раз под бок жителям Болдера и Квесмилгрависа. Планируют год переваливать, не хочу ошибиться, но вроде 18 или 19 миллионов тонн угля. Ну вот как-то так. Это точно не грязь от дороги, от машин. Это 100% угольная пыль. Посмотрите, просто насколько все здесь грязно. Посмотрите на эту пыль. Вот какой снег под слоем угольной пыли белый, а сверху вот серая грязная угольная пыль. Привет, привет. Ну, как дела? Как дела? Все? Ну, давай, давай, давай. Да, посмотрите, вот. Под слоем этой угольной пыли снег, ну, чистый, а сверху, вот именно сверху вот осела эта грязная, грязная угольная пыль. Кто-то может сказать, что это грязь от дороги, но это, блин, это не так. Посмотрите на эту жесть. Это жесть. Самое интересное, что вот прямо вот здесь, вот напротив угольного терминала живут люди. Обратите внимание, возле дома все черное, просто черное. До дороги тут, блин, 200 метров. И здесь живут люди. Такая угольная дорожка. А вот посмотрите на мои ботинки. Это мы походили вот по Подроге. Они черные. В Гуценс мы уже не поедем во дворе смотреть, что там. Я думаю, этого достаточно. Видно, что это угольная пыль. Очень хорошо видно, что это угольная пыль. Черная, снег черный. Ну, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.